Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. Если вы еще нет, то подпишитесь, нажмите колокольчик. В общем, ни в чем себе не отказывайте. И пришла пора взглянуть на культуры античности в игре Humankind. Да, в заголовке стоит слово «цивилизации», но это для привлечения большего внимания, просмотров и так далее. На самом деле в игре вы будете создавать собственную цивилизацию, выбирая в 6 эпохах из 10 культур. Бронзовый век я представил в прошлом видео, ссылка появляется либо сейчас в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, посмотрите обязательно. А сейчас классическая эпоха или античность. Начнем с древних греков. Афины, Спарта, Эллинистический союз, боги Олимпа. В общем, мне кажется, древнюю Грецию представлять не стоит, изучается в 5 классе на уроке истории. В Humankind греческая культура будет научной. Уникальный юнит — гоплиты. По-моему, они во всех играх уникальный юнит у греков. В описании сказано, что они используют построение фалангу в битвах, вооружены копьями и двигаются группой, сомкнув щиты. Видимо, будут иметь какой-нибудь бонус за атаку с флангов несколькими юнитами. А уникальный район — амфитеатр. Не поверите, в Древней Греции в амфитеатрах давали представления, пели, танцевали. Так что, видимо, будет давать какой-то бонус на культуру. Вторая культура античности у нас румыны с лидером Чаушеску, уникальным юнитом вампир из Трансильвании и уникальным районом Секуритате. Ну ладно, это я так не смешно шучу, конечно. Древний Рим. Эта культура будет считаться экспансионисткой. Как я понимаю, культуры с таким перком лучше расселяются. Уникальный юнит — Преторианская гвардия. Слава богу, вместо этого уже приевшегося легиона. Преторианская гвардия — это, собственно, спецназ античности. Личная гвардия императоров и цезарей. Они не участвовали в боях, находились в самом Риме. Ну, в смысле, в войнах. А уникальный район — Триумфальная арка. Это уж действительно уникальный район для Рима, потому что он повлиял на столько цивилизаций в будущем, что Триумфальные арки до сих пор строятся. Ну, конечно, в наше время совсем уже не строится, но стоят и в Москве Триумфальные арки, в Париже, где они только не стоят, а длится это все именно из Древнего Рима. Это символ победы армии в какой-либо войне, и я думаю, что, скорее всего, будет тоже давать какой-то бонус на войну, на опыт юнитам, а может быть и на счастье. Посмотрим. Третья культура античности у нас Карфаген. Тот самый, который противостоял Древнему Риму. Они торговцы, что полностью соответствует истине. Как потомки финикийцев, они долгое время главенствовали на Средиземном море и торговали. И, в общем-то, Древнему Риму было жизненно важно победить Карфаген. И на Средиземноморье должен был остаться только один. Как мы знаем из истории, Карфаген проиграл, пал, был уничтожен, но в Humankind мы можем повернуть историю вспять. Уникальный юнит — боевые слоны. Вот в описании сказано, что они доминируют на поле брани, пугают пехоту и наводят ужас на лошадей. А на самом деле Сципион Африканский, когда высадился на побережье Африки, он повернул слонов против карфагенян, как раз напугав их, они развернулись и внесли сумятицу в стан армии Карфагена. Ну и уникальный район Катон, такой же, как и в шестой цивилизации, продолжает тему портов, побережья. У финикийцев тоже что-то типа подобного, уникальный район. Вообще, изначально это порт в Карфагене, в самом городе конкретно. Огромнейший порт на 220 кораблей. К тому же он мог использоваться как убежище при потенциальной атаке. Следующая культура античности — персы. Тоже долгие давние соперники. Сначала греков, потом римлян. Тоже экспансионисты, как и Древний Рим. Уникальный юнит, знакомый по серии Sid Meier's Civilization — бессмертные. Там тоже и в 5-й, и в 6-й этих бессмертных уникальным юнитом делали. И в некотором смысле они повторяют идейно преторианскую гвардию. Это тоже персональная стража персидских королей. Правда, они, по-моему, все-таки в боях по максимуму участвовали. Уникальный район – дворец Сатрапа. Каждое королевство, которое входило в огромную персидскую империю, управлялось отдельным губернатором, который звался Сатрапом. И, видимо, вот этот уникальный район будет давать какие-то бонусы к управлению городом. Может, больше выхлоп чего-либо или строительства. Будем узнавать попозже. Какая же античность без кельтов? Еще один соперник римлян, которых они, правда, покорили.
в Humankind они внезапно будут аграриями. Ну, надо же было кого-то сделать аграриями в этой эпохе. Затрудняюсь с правильным произношением названия уникального юнита. Надеюсь, вы меня поправите в комментариях. Видимо, это Gazetti, Gazetti, Gazetti. Я поискал варианты только на английском нашел. Gazetti, возможно. Это наемники, которые использовали множество тактик сначала напугать врага, типа криков, трясения волоснёй и вступание в битву абсолютно голыми. Так что вот этот щит на картинке закрывает, да-да, то самое. Но я думаю, вступали в битву абсолютно голыми те, кому было чем напугать врага. Если там как бы не очень, то они, видимо, трясли волоснёй, я так думаю. В общем, будет очень интересно, что у них за бонус, что за уникальные способности конкретно у этих юнитов. Видимо, если они рядом с полем боя, то у юнитов соперника минус 10 к морали, что-нибудь такое. И уникальный квартал Неметон. Это в мифологии ирландских кельтов священная роща, где кельтские волхвы, жрецы-друиды поклонялись духам леса. Деревья вообще кельтами считались воплощением древа жизни, таким образом становясь символом плодородия. Так что я думаю, что он, скорее всего, будет давать какой-то бонус именно к плодородию, на еду, возможно, или на рост жителей в городах. Шестая культура античности – знакомые вам гуны, которые не раз набегали на Древний Рим. Вообще, пока тут все культуры, знаете, либо на которые нападал Древний Рим, либо которые нападали на Древний Рим. Естественно, они милитаристы, естественно, у них уникальный юнит – гунская орда, потому что гуны были очень мобильные в бою. Они напрягали врагов хорошо скоординированными атаками. После того, как выпускали стрелы, на конях отбегали назад, потом опять нападали. В общем, гунские конные лучники. Все по секретным материалам пятой цилы. А уникальный район – Орду. Вообще, дословно в переводе, это значит именно юрта. И Орду – это лагерь из юрт, каким становились гуны на отдых. Но именно от этого слова произошло слово Орда. Вот так юрта превратилась в Орду. Сложно мне предсказать, что он будет давать, но я думаю, какой-нибудь опыт юнитам. Или наоборот, когда будете останавливаться в городе, где построен район Орду, ваши юниты будут быстрее восстанавливаться. Видимо, как-то так. Еще одна милитаристская цивилизация в классическую эпоху. Хотя, опять же, правильнее говорить культура. Милитаристская культура – готы. Вот и именно они положили конец Западной Римской империи. И сделали они в основном это с помощью вот уникального юнита – готической кавалерии. Хотя, конечно, при слове «готическая кавалерия» я себе представляю почему-то много молодых людей в черных одеждах, с черной челкой и подведенными глазами. На конях, конечно. В описании вот говорится, что в битве при Адрианополе готическая кавалерия ударила с фланга по римлянам и нанесла сокрушительный поражение, к тому же убив императора Валента. Так что, наверное, будет иметь бонус за атаку с флангов. Уникальный район готов называется Тумулус. В буквальном переводе с латыни холм или бугор. Так в Европе называли мегалитические захоронения, похожие на купольную гробницу или некрополь в виде кургана. То есть относить тумулусы именно к готической культуре невозможно и не совсем правильно, потому что они были задолго до готов на территории неолитической Европы, и понятно, что раз слово переводится с латыни, то это явно заимствовано из предыдущих культур, но тем не менее, видите, в игре это будет относиться к готам и будет давать бонус к увеличению числа мертвых. Надеюсь, к увеличению числа мертвых врагов, но я думаю, что, скорее всего, что-нибудь на культуру. Обычно вот эти все строения, связанные с похоронами, кремацией и поклонением к культу мертвых, это что-нибудь в играх на культуру или на веру. Хотя, по-моему, в Humankind ничего на религию нету. Восьмая культура античности в Humankind – аксумиты, или жители Аксумского царства. Это древнее эфиопское государство, существовавшее в 2-11 веках на территории современных Эфиопии, Эритрии, Судана, Йемена и Аравии. Столицей, не поверите, был город Аксум. В игре они представлены торговцами, а уникальные юниты называются шатилаи. Причем это производное от названия оружия, которыми они пользуются. Шатель – это серповидный меч, специально сделанный таким против противников со щитом. Из-за изогнутой формы клинка можно избежать щита и атаковать сторону противника незащищенную. Кроме того, он эффективен был против кавалерии, потому что использовался как крюк, чтобы стянуть вражеского всадника с лошади. Ну, видимо, будут иметь какой-то бонус против кавалерии и юнитов со щитами, я так понимаю.
уникальный район, Великий Обелиск. Они использовались как гробницы для королей. Хотя, наверное, правильно сказать, не гробницы, а могилы. И вот эти обелиски аксумитов являются, пожалуй, самыми большими и тяжелыми монолитами, созданные человечеством. Кстати, некоторые из них потом стояли на византийском ипподроме. Вот такое пересечение культур. Следующая культура античности в игре Humankind — Маурии. Они у нас здесь эстеты. И если вы вдруг не знали об империи Мауриев, то я вам расскажу немножко. Знаете, кто основал эту империю в 322 году до нашей эры? Чандрагупта, да-да, лидер Индии с шестой цивы, один из лидеров Индии. Империя была крупнейшим политическим образованием, существовавшим на Индийском полуострове, а наивысшего могущества достигла при Ашоке, который был лидером Индии в четвертой циве, ей! Зачем я это все помню? Кто где был лидером, фиг знает. Так что считайте это Индия античности. Уникальный юнит Самнахайя, и это лучники на слонах. Именно с самнахаями бился Александр Македонский в своей последней крупной битве на Гидаспе, победил и захватил индийского царя Пора в плен. И это, кстати, единственная битва, в которой слоны противостояли Александру Македонскому. Интересно было бы посмотреть, кстати, если бы во главе войска был Чандрагупта или хотя бы Ашока, но они к тому времени уже умерли, конечно. Уникальный район ступа. Нет, не та, в которой летает бабушка Яга, а храм буддизма. Утверждается, что король Ашока построил около 84 тысяч ступ. Ну, видимо, будет либо культуру давать, либо что-то связанное с верой. Просто механика веры никогда в играх от Amplitude Studios не была задействована, поэтому я сомневаюсь, что она будет и в Humankind. Но посмотрим, посмотрим. И, наконец, последняя культура античности — это майя. Строители. Думаю, о майя рассказывать тоже много не надо. Культура Мезоамерики и центральной ее части, тем более появились еще майи в шестой циве буквально только что. Тут даже уникальные юниты в Humankind такие же, как и в шестой циве. Правда, здесь они называются не хульчо, а благородные копьеметатели, но смысл тот же. В описании сказано, что окружающая среда поставляет кучу яда, благодаря чему можно превратить копья в по-настоящему смертоносное оружие. Видимо, какой-то бонус к урону будет, я так думаю. Уникальный район Куна. Майянские храмы были построены в виде пирамид, чтобы коннектиться к миру духов и мистики. Опять, видимо, как-то на веру или на культуру будет какой-то бонус. Ну и что у нас тут получается? В принципе, из 10 8 культур связаны с Древним Римом. Либо сам Древний Рим, либо те, кто с ним воевали и были захвачены. Так что античность явно под знаком Древнего Рима проходит. Ну и плюс 2 из других континентов. Из Индии – Маурия, и из Центральной Америки – Майя. 2 милитаристских культуры, 2 экспансионистских, 2 торговых и по одной строители, эстеты, аграрии и ученые. Посмотрим. Ну и вот это все культуры античности или классической эпохи. Пожалуйста, в комментариях напишите, за кого лично вы хотите сыграть первую игру, какую культуру вы выберете, когда ваша цивилизация перейдет в античность. Ну и, конечно, поправляйте и дополняйте меня, если я где-то ошибся. На этом все. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.